Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение моего ФФА сериала «За ацтеков» на восьмерых на карте Фрактал. Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Всё как завещал. Нет. Короче, это я могу этот город разрушить, мы заключаем мир, и я ухожу отсюда. Как тебе такой вариант? Да нет, что это, скучно будет. Давай воевать. Точно? Я ж потом не смогу этот город разрушить. Ну это твой выбор, что ты меня спрашиваешь? Сам выбирай, что тебе с этим городом делать. Чтобы он никому не мешал. Он мне и до этого не мешал. Смотри, а у Перикла уже 256 армии. Это да. Папа, бью. Хорошо, что у нас дружба. Да, на 10 ходов. Уже 2 прошло, по-моему, да? А у меня там юнитов столько же, сколько здесь. Ну, может, на 2 поменьше. Я не понимаю, почему у Амстердама такая защита. Слушай, а почему вот у Амстердама такая защита высокая? Мечник ставим в городе. А что, мечник 44 прям дает защиту такую? Да. Ну подожди, а он же сам по себе там сколько, 20 с чем-то? Почему он в городе 44 делает? Ну там прибавляется, в общем, около десятки, когда юнит внутри. По какой формуле, я не знаю. Там прибавляется, если типа юнит, у юнита сила выше, чем, ну не может он так много прям прибавляться. То есть, например, вот если рыцарь там, вот предположим, то там он входит, но там плюс 4 добавится. Да не, больше. Create with the heart, build with the mind. Create with the heart. Это урон. Ты еще не передумал насчет там мира? Нет. Ну, если... Ладно, хорошо, если Сарагосу мне отдашь, предположим. Ну, нет. Надо же тебе какой-то дань взять. Был шанс как бы убрать этот город отсюда. Ход назад. Да, мне не мешает. Нормально. В общем, 500 золотых ты мне даешь, я с тобой мир заключаю. Вот накопишь, когда тогда обращайся. Ну, понятно. Меркантильный.
Очень хорошо всадники против импи работают. Да, кстати, там Кордезас вылетел, надо это как-то следить за этим. Я просто погружаюсь. Синхрон, да. Ну, я к тому, чтобы ход не закончить, а то мы так уже с Арчи закончили. Не-не, если рассинхрон, он как бы загрузится, и нормально все будет. Вот если человек вылетел, тогда да. А можно как бы посмотреть без феодализма, условно, с Купифером построенным? Нет. Нет. Можно посчитать. Только считать, да. А отремонтированную не считать. В смысле не считается отремонтированную? Все фермы считаются, почему? Нет, я имею в виду, она разграбленная, она считается? Нет, разграбленная нет. Нет, считается, сколько у тебя целых ферм? А, видимо, Кордезас сейчас ходит, да? Ну да, то есть не заканчивается таймер для него, и он спокойно ходит. Кордезас, я настойчиво предлагаю все-таки напасть на Конго там, когда мир у вас закончится. С двух сторон, как радостно распиливать человека. Ты его уже с Арчи вместе распилил у меня. Нет, с Арчи я тебя не распиливал, я просто тебе объявил войну. Нет, ты меня именно распилил. Как я тебя распилил? Чё ты отходишь? Не отходи. Да подходи сюда. Ну вот, подошёл. Нормально. Не, что-то мало, еще подходи. Окей. Мы все-таки мир заключим. Ну, я тебе предложил условия. Нет, просто мир. Смотри, у тебя 24 науки. Слушай, ну ты просто сливаешь мне войну. Почему ты не хочешь мне дань заплатить? Я не понимаю. Ацтеки требуют дани. Я сейчас еще пару ресурсов обработаю. Так у тебя вообще будут юниты отлетать? Денег нет, но вы держитесь. Да, да, да. У тебя 22 науки, ты отстанешь же сильно, пока мы тут будем. Но это твой выбор, твой выбор. У меня такая же наука, как у лидеров. Это у тебя 22. Ну что же сделать? Строй университеты. Зачем тебе
Он у Горга вообще 53, а он, между прочим, наш сосед с тобой исключительно. Ну, Горга, я думаю, чисто улетать сейчас будет. Он наш не сосед, он там где-то далеко. Ну да, ну я к тому, что мы тут единственные, кто потом может что-то сделать и не сделать. Прям Стокгольм засоюзил. Вот ты больной ублюдок, а? Я его не союзил, просто человек, который был его сюзереном, бил ему в войну. Ничего себе, тогда он больной ублюдок. Как все сложно там. Нет. Арбалет, живи. Слушай, ты же понимаешь, вот группировка войск под Сарагосой умрет. Вся. Или не умрет? Нет, умрет. Нет. Пока умирают только юниты другой окраски. Один юнит. Из моих нулей. Нуля. Из твоих нулей? Погибших. Твои нулевые юниты умрут скоро. Все. Но ты держись там. Да я держусь. Кстати, кому-нибудь табак нужен? Конга, одолжи, пожалуйста, на несколько ходов. Ну, я не успею часов даже посмотреть. Блин, у меня столько. Отдай обратно. Они все умрут. Чё ты так над своими юнитами издеваешься? Ты все еще можешь заключить со мной мир и выжить. Ну, конечно могу, когда ты мне 500 золотых заплатишь. Ну так ты не выживешь. Видишь, что такое. Как раз так я и выживу. Сейчас посмотрю. Да, они все кампусы построим, еще слушай, ни одного кампуса. Ты мне даже открытой границы все время не дал. А, сейчас как просишь просто так. Так, судя по всему, что это баг, Грек, я тебе, ну, Перикл, я тебя сразу уточняю, ты табак мне на серебро предложил, да? Да. Я тебе потом отдам, ну, сейчас очень. Ну, предложи мне что-нибудь за это. Моя-то какая его.
оно может и нужно. Сложно спорить. У тебя 60 золота есть, 60 золота, давай. Такое скромное положение, посмотри. Ну нет, это мне уже не интересно. Тогда ты сделаешь предложение, какое ты хочешь. Я тебе говорю, золото, деньги. Тут война идет народная. Не, Инвиктус, давать деньги Конго. Ты лучше меня найди, я там тебе дам, что тебе надо. Да нет. Есть у меня. Ну, если ты отдашь, у тебя не будет сразу же. Ну, норм. Главное, чтобы ты тебе деньги не давали. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Игра не требует вложения средств, и при достаточном умении и понимании механик игры, человек, который не вкладывает деньги, может достигнуть тех же успехов, что и донатер. Заходите на consolewar.ru, ссылка в описании, и не забудьте воспользоваться фразой «Лёша играет» для получения бонусов. Блин, смотри, я около Сарагосы поставил одного всадника, и он уже в осаде. Ну так нечестно, я дипломатию читаю. Ну ты не предупредил, сказал бы, что я дипломатию читаю, я бы не нападал. Тоже верно. В следующий раз так сделал. Никит, злобные ацтеки. Да не. Я тебя прошу всего 600 золота. Я не понимаю, в чем проблема? У меня к концу игры столько не будет. 700 не будет? Ты на доход мой видел? Ну вообще нет, а как мне посмотреть твой доход? Золото вход, покликай там, увидишь. Так у тебя уже 368, господи, тебе осталось всего 400 золота накопить. По 3 монеты вход, 4 золота, ждем. Чуть-чуть буквально. Видишь, а ты мир не хочешь заключать. Спасибки, прокачались. Убить всех импи. Он наверх, я скоро возьму. У меня уже строится библиотеки, так что я очень быстро возьму. Вот это заявление. Так, и что нам теперь делать? Перси он точно не Конгу, который нет религии, точно не нужен. Отсюда. Так, два заряда надо пойти. Ты там мой генерал уже.
200 лет делается. Районы. О, римская галлия. Ну, в общем, если Сарагосу и Мадрид мне отдашь, соглашусь на мир. Мадрид не с той стороны гор. Ну. С таким надо немножко заняться наукой и географией этого мира. А мы такие туповатые, но Мадрид хотим. Как насчет Мадрида? Хочу Мадрид. Я есть ацтек. Хотеть Мадрид. А тебе что, жалко, что ли? Я не понимаю вот этого. Для ацтеков-то нет, конечно. Ну давай, мир, Сарагосу и Мадрид. Так я ж давай, кидай. А, блин, не могу я Мадрид потребовать. Эх. Вот черт. Ну там придется без Мадрида. Серьезно, Кумаси оставили? Ну, это трэш какой-то просто. Ты грабишь клетки в своем собственном городе? Я его не собираюсь оставлять. Ты считаешь Сарагоса классный город? Да, в этой игре любой город нормальный. Тут кампус будет неплохой, в принципе. Штрафов-то нет за год. Пользуюсь, сколько влезет. Да у меня рядом город стоит, который как раз заберет клетки Сарагосы. Да, я брать кампус оставил с твоей стороны. Ну, как... ну не знаю. Счастье, счастье, у ацтеков нет проблем, конечно. Шесть городов не держит. У тебя шесть городов-то есть? Да. Может, и стоит сжечь. Ничего себе, перс позволил взять город Стокгольм. Перс не только позволил взять Стокгольм, он до сих пор не убил Кумаси. Я вообще не понимаю, что он делает. Это у меня войско. Там 60 культуры уже вход. Грек, ты уже созрел на для нападения на Конго? Не хочу на него нападать. Чего? Мне он нравится. Так, давайте без пропаганды тут. Нам еще это видео показывать. У нас вроде как толерантное общество должно быть. С этим я согласен, вот честно, но, к сожалению...
Конго, все твои юниты умрут. Серьезное заявление. Проверять его не буду. Но ведь оно уже происходит. Да где ж ты убил маленький арьергард? Да, мне, в принципе, уже нету смысла туда нападать. Блин, не успел выходить. Так, надо, наверное, Лавенту захватывать. Не, Леш, так не получится. А денег нет. У тебя 360... Сколько там? Нет у меня денег. Чё ты врёшь? Ты же врёшь. Абсолютно честно. Ладно, придётся воевать. Я бы подписал мир. Ну ты, да, не хочешь платить? Я отмороженный, туповатый ацтек. Ну вот представь себе, там к тебе приходят... есть другие люди, которым... Уга-буга вот это. И говорит, уга-буга, желтая металл дать. Нет, блестит дать уга-буга. А ты ему начинаешь, нет, я не готов, мир у меня нету. Он такие со стекленевшими глазами на тебя смотрит, типа, что ты говоришь? Ну, я, конечно, не совсем верно ацтекскую цивилизацию представляю, потому что она все-таки развитая была. Но в данном случае я отыгрываю отмороженного вармонгера ацтекского. Ну, мир ты не будешь заключать, да? Ну, ты должен мне какую-то дань заплатить. Просто вот мир на мир это какой-то... У меня минус 5 золот вход. Я тебе могу минус заплатить. Ну да, что-то у тебя есть вообще. У тебя что-то есть? Что-то так это... Что за развитие такое? Америка будет мириться? У меня нет ничего. А совесть? Совесть есть? Совесть первая исчезла, когда мы нарушили соглашение. С испанскими друзьями. То есть, Грей, хочешь упорочку сделать? Окей. Я тебе мир уже столько раз предложил, что уже устал повторять. Ну дай мне что-нибудь, я тебе говорю, я же тебе не прошу какие-то там... 38 золота у тебя есть. У тебя есть пряности, у тебя есть железо, например, у меня нету железа. Есть железо. Одно. И даже разграбил одно. Одно. А у тебя три. Ты жадный, как я не знаю это. У тебя столько же городов, сколько у меня.
Американец, будем мириться? Слушай, что ты рассказываешь про минус? У тебя 15 золота вход. Предыдущий ход был минус. Я когда тебе говорил-то? Америк, ты можешь не трогать Перси? Вот, слушай, вот смотри, вот сейчас тебе пришло это предложение, Грей? Ну да. А я не посылал. Я не посылал. И пришло с этим, да? Войну, а он не объявил войну, правильно? Что ну, пришло делать? Нормальное предложение, ну, в смысле, с пунктами, которые ты указывал. Да, но я его не отправляю, просто начал его туда... Не объявил войну, а я почему-то должен мириться, но я не знаю, почему я должен мириться. Ну, не знаю, стребуй с него дань, пусть он что-то еще тебе сделает. Ну, мне нужен вот этот город, тогда... Пожалуйста, я помирюсь. Стокгольм, да? Нет, мне нужен... Скадгольм я уже взял. Мне нужен Зранка, вот этот город, тогда все, тогда буду мириться. Бери его. Ну, если ты отдашь, я с тобой помирюсь. Возьми, то помиримся. Ну, окей. А, еще 10 ходов. А, 4 хода еще. Убейте Кумаси. Войны великие. Там 24 защиты ГГшка. В нее можно плюнуть, она упадет. Блин, я не понял. Мы с... Ну, это какой-то этот... баги игры. Вот Грей принял мое предложение, но пришло оно, то, что он принял только в начале этого хода. Нормально? Вообще странно. Так ты не хотел мириться или что? Не, ну я не... То есть я тебе отправил, которая не отправилась, типа мне не видно было, что... Я тебе просто сказал о том, что она отправилась, да? А то, что ты его принял, и мне пришло в начале этого... Я ж не понял, что ты его принял. Я подвожу юниты, понимаешь, двигаю их по-другому. А оно мне теперь вначале... Вот начался ход, пришло сообщение, что ты его принял. Ну... Двигай обратно. Отлично, мы выпустили патч, чтобы у вас все хорошо размещалось, но при этом сломали все, вообще все. Я не знаю, как они на карте патчем ломаются окончательно. С каждым патчем все хуже и хуже, реально. Так и есть. Блин, так Мадрид это что-то не самый бесполезный город из всех, что я видел. Даже вот то, как он там был, испанский город за грани был лучше. Ну вот, блин, а я его брать хотел. Просто болото, даже не луга, а просто куча болот. Thank you.
Надо брать Лавенту, где-то тут еще, наверное, внизу можно будет город. Ну, это нормальный город, такой средненький, но в принципе ничего. Это еще надо обработать, кстати. Давайте, наверное, откроем. А, вообще, я могу их уже обрабатывать, поэтому давайте купим просто рабочего. Вообще как-то не использую способность от стеков по поводу ускорения строительства районов. Они и так, в принципе, быстро строятся. Слушай, Конго, так может тогда на грека нападем вдвоем? У нас дружба. Ну, она же закончится скоро. Ну вот что-то армия есть, что с ней делать? Он же не стал мне тогда в спину идти. Честно, должен был. Жаль. Грек, а мы на Конго не нападем с тобой? Ну блин, я ацтек, я отмороженный этот вармонгер. Напади на Америку. Тебе нужно повоевать, напади на Америку. А, отлично, если бы я еще знал, где он, с удовольствием. Где-то на карте есть. Возле Конго, с левой стороны. Далеко, Америка слишком далеко. Да ладно, Биг, ну серьезно, вот откуда ты взял трех послов? Вот нефиг тебе делать больше. Бик, я сейчас просто упарюсь, пойду к тебе нападать на тебя. Это не самая плохая идея, кстати. Что, что это за хрень такая? Копил, пошел, перекупил. Я на самом деле не копил. Да, откуда у тебя три посла? У тебя прошлым ходом было три посла влияния на Амстердам. Этим ходом ты его перекупил. Ну, мне два дали, и один у меня спадан. Наоборот тогда уж. Спадан дают два. Описание ты не стал, да, менять? Ну, у полководцев, там, флотоводцев. Ты видишь, там три мощи. Не, ну если юнит навести, может и будет написано. Просто внизу, если навести на пассивную способность, пишет плюс 5 к боевой мощи, ну и так далее. Ну, как всегда, в общем. Там просто очень много описаний здесь всяких. То есть здесь, в Савелопеде, там, видимо, ну, да. Описаний действительно много. Блин, вот то, что стены есть не очень, конечно. Давайте, наверное, построим. Осадную башню. Блин, надо рабочим дать возможность, как в четверке была, это построить мастерскую на клетке. Что делать в городах, где нет производства? Да меня вообще, блин, это вот смущает, что они
вот Цива ушла от этой идеологии специализации городов. То есть тебе надо все в городах, практически все одинаково строить. А как в четверке было? То есть вот этот у тебя город производственный, этот город у тебя там на деньги. Рабство там еще было. Я помню, как жителей в юниты можно было конвертировать. Призыв, да, но призыв поздно был, а рабство вообще рано. Причем вот там реально, когда много еды в столице, как бы ты просто берешь рабство и спокойно все строишь, что тебе надо. Так была стратегия конкретно через это? Через игру, через рабство? Может, была. В сетевых дуэлях вообще, по-моему, без рабства ты просто сливал. Я-то в четверку так и не это. Тревски не играл, с пятерки начал. Я так понимаю, Кумаси решили до конца игры оставить. Что ты писал? Нам говорит, с ним Кумаси, иди забери его. Да, я сейчас все брошу, пойду через всю карту. Там 73 культуры, она как бы дает половину этого. Я здесь свои города теряю, а ты хочешь, чтобы Кумаси брал? Так вы воюете, что ли, до сих пор? Конечно, воюем. А как же он же сказал, что захватит город и остановится? Ничего не захватил. Я что-то смотрю на карту, и я понял, что Рим-то я и не видел. Слушай, не пойму, Грек, ты мне вроде религию приносил, у меня ни один город в твоей религии не находится. Что ну, такое? Одним миссионерам сложно религию принести.
Грей, что там как войска есть? Грей. В чем? Войска-то, ну, чуть-чуть есть. Пастек на границе со мной кое-что собирает. Спокойно, я лавент уберу. Почему на границе с тобой? Я Лавентии объявил войну. Я тебя успокоил? Вполне. Еще то, что вот это вот добавили теперь, когда посол появляется, она весь ход горит. Вот эта вот иконка никак не, ее не убрать. Так это бесит. Они, наверное, подумали, что-то мы слабо игроков бесим. Привет, Сэм, мне не нужна твоя религия. Это Рим проснулся? Да. Так это же разведчик, а не, он не будет распространять, просто разведывают местность и все. Что, хорошо. У нас... Стою по культуре очень сильно, если по науке еще более-менее, ну тут конечно горго впереди, но тем не менее. Советую идти обратно в Любимчик. Так я и ухожу.
Шахты построим. И перемотка колесиком этот построить. Господи, сколько в этом патче было добавлено бесполезных вещей, неудобных. Я думаю, можно Женеву взять. В этом Женеве. О, Биг. Еще неизвестный игрок сюда позапихивал. А мы Женеву заберем, и никакой науки ни у кого не будет. Че, Микай, смиримся? Да, миримся. Я тебя послал, по-моему. Я тебя послал. Вы друг друга послали? Да. Мне бы тут еще между Женевой. Раз, два, три, четыре, пять. Как тут какой-нибудь город? Американец. Юбик. Тут не влазит. У предыдущего ее сет не получилось. Those who in quarrels interpose must often wipe a bloody nose. Блин, ладно, Биг, ты мне надоел реально. Американец, давай с тобой закончим долгий, долгий мир. Да, я согласен. Я не знаю, зачем ты мне войну объявлял. Смотри, давай, я беру Винус, ты берешь Кумаси. Да, хорошо, согласен. Ну, давай. Здесь должна быть ставка, типа, ура. Хотя у меня в Винусе 4... Скажите, у меня в Винусе 4 посела, они же сгорают, да, если... Или нет, они не сгорают. Сгорают, сгорают. Сгорают в адском пламени. В адском, причем. Алтария прям сразу. Им вырывают сердце, съедают. Нет, поджаривают сердце, съедают. И потом они сгорают. Алексей, у тебя сегодня какое-то настроение такое... дьявольское. Всех ты шкуру хочешь снять, сжечь всех. Так, блин, ацтеки выпали. Что я могу сделать? Ты так входишь в роль? Да. От этого отмороженного Монтезумы. В школе играл в художественном кружке? И не только в школе. В театральном. Ну да, в театральном, правильно. Вынуждены объявить войну Греции, как всегда. Иначе было нельзя. Жалко, что тут нет вот этого еще за убийство юнитов, чтобы культурку давали. Ну, это вот твоего противника есть, в принципе. Ну да, да. Ты Женева заодно мне. Или нет? А, ну да. Прутся эти ребята. Да, просил с твоей войны, конечно, не рассчитал свои силёнки.
Это ты ему войну объявил? Да. Ну, пупок так надорвал. Не беру. Ну, следующим ходом. Потом пойду Женеву брать. Один ход подожду. Отправлю караван потом из Лавенты. Что ты дзынькаешь? Ладно, попробуем оракул построить. Математика продвинулась, потому что три разных спецрайона, ученичество, потому что три рудника. Отлично, видите, тут рудник, и там я еще сам построил рудники, а спецрайон еще священное место появилось. Я, кстати, смогу религию попробовать основать. Блин, еще и Амстердам опять его за союзе. А что так тихо? А? Все просто боятся тебе слово сказать, что нападешь, ты же агрессивный тип. Не, ну там... Как бы Конго втихаря объявил войну Греции. Вообще и Греция молчит, и Конго молчит. Как будто так и надо. Думаешь, надо им обоим сейчас войну объявить, да? Да будет война. Да, в моменту хотел перекинуть.
Только я покупать буду свои войска за веру. Вот этого он не учел, наверное. Я не понимаю, почему он со мной не договорился на тебя напасть. Прям в одиночку хочет. Я сейчас просто из принципа не буду ему помогать. Пускай нападает. Какие принципиальные ацтеки. Да, да. То им 3 золота подавай за мир. Нет, так ты подумай, ацтеки это вполне... Блин, Шон Бин, заткнись, пожалуйста. Вполне в моей роли. То есть я люблю нападать и убивать. А ты не позвал меня это делать. Ты сам решил в одиночку. Ну разве это не повод обидеться? Вообще, да, я бы тоже обиделся. Ну, я Женеву пойду сейчас брать. Тем более у нас с ним война. Все хорошо. Так, а у курдизаса рассинхрон, да? Нет, сейчас я загружусь. Да, рассинхрон, сейчас загружусь. Какой у тебя в начале ход был, что ли? У меня концами обычно. Америк мне поможет? Чем? Предлагаю тебе побить Конго. Все города, которые ты у него захватишь, будут твоими. Да блин, мне и так дофига городов. Куда мне еще? Много лишнего. Да нет, ты еще захватывай. Я вот сейчас Куаси захвачу. Посмотрим. А ну Афину я ему не дам взять, это 100%. Если что, я приведу туда войска. Ну нужно же сейчас вести тогда. Ну и я обещаю, чтобы не воевать века вообще. Там уже один город падает. У грека. Ну он слабый, он маленький. Это не основные города. Как слабый? То место, про которое мне Лёша в начале игры рассказывал, что нельзя его отдавать надо. Обязательно ставить город. Нет, я вообще не про это говорил. Я... А, да, да, про это, да. Точно, извини. Вот, да, не надо его отдавать. Забирай обратно. Ну, вообще... Нет, стоп, подожди. Я об этом говорил греку, вообще-то. Чтобы грек-то оставил. Грек все правильно сделал. А ты в Армонге. Да, ты говорил, что типа... Нет, подтекст был такой. Не было никакого подтекста. Я греку говорил, ставь туда город. Подтекст был такой, что тебе не отдавать. Ну, так о том и речь.
Давайте, может, еще всадников построим. Тут мне до кавалерии. Хотя еще долго, блин. Мне надо рыцарями что-то сделать. Так, значит, надо... Так, сделаем. А, эпохи Возрождения, стояночка. Значит, надо рыцаря открыть, три хода как раз. Три хода наемники открываются, ага. Потом мы рыцаря построим просто. Я тебя жду. Ну, сейчас я захвачу этот. Я уже часть веду. Ой, часть пока что не захватит кумасим. А куда ты войска отведешь? Скажи, я это встречу тебя там. Угу. Здесь строй, потому что можно гавань, тогда бонус получим за соседство с центром коммерции. Деньги не трачу, потому что я буду апать в кавалерию своих всадников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, не так, чтобы много, честно говоря. Женеву надо взять. Амстердам я перекуплю. Ну, хотя бы сделаю союзника. Откуда у нас столько... Все здесь? Да. Я почему-то не могу проложить торговый путь. Кому? Это очень странно. Это неважно, куда-нибудь. Нажимаю кнопочку, а она не работает. Может, у тебя уже лимит торговых путей? Он в другой город отправился. Короче, там, я понял, санкции, видимо, какие-то.
загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.